Вакцинированные и переболевшие коронавирусной инфекцией могут больше не изолироваться после контакта с больным COVID-19, если у них не наблюдаются симптомы заражения. Это следует из новых санитарно-эпидемиологических правил. Постановление о внесении изменений опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации. В документе говорится, что изоляции не подлежат лица, прошедшие полный курс вакцинации против коронавируса в течение последних 6 месяцев, и те, кто переболел COVID-19 в течение полугода. Самоизоляция отменяется при отсутствии у них симптомов заболевания.